Здравствуйте, друзья. Я хотел не столько даже обсудить, сколько инициировать обсуждение у нас на канале очень интересной и очень важной темы. Эта тема такая, вот почему людям трудно бывает попросить помощи извне в ситуациях, когда действительно нужна помощь. Я не хочу сказать, что это трудно абсолютно всем людям. Это не так. Есть люди, которые легко обращаются к другим за помощью. Есть люди, которые обращаются за помощью к другим, не ударив пальцем о палец, чтобы сделать что-то самим. Есть люди такие, что если ты начнешь им помогать, то у них складывается ощущение, что ты им обязан до конца своих дней, и они будут тебя терзать, терроризировать и так далее. Я не хочу сказать, что мы все одинаковы в этом смысле. Но я хочу сказать, что очень-очень многие люди, гораздо больше, чем хотелось бы, так что ли, скажем, на этой почве испытывают трудности. Я понимаю, что если мы возьмем какую-нибудь там любую из всевозможных психологических классификаций людей, то вот мы видим, что люди вот из этого класса, им проще, этим сложнее, эти никогда не обратятся, эти только в чрезвычайных обстоятельствах, эти обратятся, им всегда будет стыдно, и они никому не скажут, что они когда-то обращались, а другие будут говорить, что никто им никогда не помогал, и все, что они, чего они добились сами, еще что-то. И вот пойдет там целая наука на этот счет. Но я-то почему об этом говорю? Потому что через нас проходит очень много студентов. И я-то как бы стою с этой помощью. Тем более она оплачена. Это же не то, что там человек заплатил деньги, там прошел курс. И ему нужна помощь там в поиске работы. Ему надо проконсультироваться. Ему надо направление какое-то дать, приободрить, там еще что-то. Есть много разных видов помощи, которые человеку нужны вот сейчас. И есть такие, которые как бы им говорят, значит, в тот момент, когда почувствуешь, приходи. Они знают, надо прийти, они приходят. Есть люди, которые как бы знают, что надо, но им неудобно. Они стесняются. Что я буду лишний раз там беспокоить? Понимаете? Другие говорят, думают. Я пойду, там, получается, я такой неуспешный. Вот у нас там в группе вот эти, там все успешные, а я какой-то не такой, как все. Я вот лучше сам, и вот он куда-то забьется в угол и так далее. Я думаю, что способность человека обратиться за помощью к адекватным людям, которые в состоянии помочь. Мы не только сейчас про школу говорим, но в целом. Способность обратиться за помощью – это фундаментальное качество успешного человека, потому что мало есть вещей, которые мы в состоянии сделать в одиночку. И особенно если речь идет о бизнесе, даже не то что бизнес, но вот добиться чего-то в жизни. И для этого нужен кто-то. Значит, кому-то нужен ментор, который ему подсказывает там, куда идти. Кому-то нужны деньги. Кому-то нужно, я не знаю, что там еще бывает, но всякий жизненный успех, как правило, приходят к людям, которые в состоянии воспользоваться внешними ресурсами, которые в состоянии оценить, что у них не хватает какого-то ресурса. И они начинают искать, где взять этот ресурс, и пользуются им. Где-то я, по-моему, у Кийосаки что-то читал на этот счет тоже, что вот это важно. Или не у Кийосаки. Я много книжек читал. Я помню, где-то была дискуссия на этот счет в какой-то из книжек. Так вот, это какая-то, знаете, как сказать, болезнь, что ли? Эпидемия, что ли? Я даже не знаю, что это такое с нами, со всеми. Я такой же точно. Я не то чтобы там сам сильно отличался. Понимаете, я понимаю, что надо бы помощь, но куда я пойду, там еще что-то. Я в этом смысле ничуть не лучше. Но чего это мы вообще? Что за проблема такая? При том, что есть масса людей, которые с удовольствием там помогут.
где-то и безвозмездно помогут, или там за какие-то деньги помогут. И вроде есть экспертиза. И вроде бы, ну что там. Вот я думаю, что если у нас в комментариях под этим видео какие-то вот, ну, соображения, что ли, будут у людей, то мы когда тогда развернем что-то, какую-то более подробную дискуссию. Я подумал, что, может быть, мы там, может быть, Михаила Бородянского позовем поговорить на эту тему, потому что это как бы явно психологическая такая штучка. Так что в целом это просто приглашение к разговору, приглашение к тому, чтобы поделиться опытом, может быть, мнением. Наверняка у вас какие-то истории есть на этот счет, так что приглашаю. Спасибо, и я поворачиваю на свою улицу. До новых встреч!